Салатик, это, конечно, здорово. Но я вспомнила о том, что у меня есть еще пара кусочков чизкейка, дорогие мои. И не съесть кусочек чизкейка на ночь глядя, это, ей-богу, преступление. Сейчас покажу, сейчас чай себе сделаю. И приступлю к поеданию этого красавчика. Причем, знаете, какой чай сделаю? Чай с медовухой. Как раз на ночь, чтобы пропотеть. Я же еще до конца не выздоровела. У меня, извините за подробности, еще нос забит. И ночью это особенно ощущается. Так что сейчас я сыноведу чайку с медовушкой. Это которую я в городе мастеров покупала. А вам желаю крепкого здоровья. Неплохо, да? Да. Прям не знаю, тарелку брать или прямо отсюда. Да, наверное, прямо отсюда. Я вам даже больше скажу. Мы смотрим сериал «Душегубы». Я собираюсь съесть этот чудесный чизкейк прям в кровати. Приятного аппетита всем, кто кушает. Я пошел. Офигенно. Рецепт я публиковала. Очень вкусно. Фантастично. Доброй ночи, мои сладкие.